Сегодня у Гомеля прошло первое организационное посяджение молодежного совета. Он будет действовать при областном совете депутатов. По часу встречи у новой структуры вызначили старшиню, его наместника и составы комиссии. С подробностями Ганна Каральчук. Рашение об створении молодежного совета было принято весной. Аналогичная структура уже 9-й год дзейнічае при Гомельском гарвыканкаме. И ее работа показала, что молодому поколению треба выходить на областный узровень. Зараз юнаки и девчата тримали махчимость удельничать у процессах социально-экономичного развития Гомельщины. Например, уносит пропановы об принятии законов, которые закранают интересы молоди. Учиться они будут у старейших коллег областного совета депутатов, которые, в свою чергу, должны поддержать молодых людей из организаторов здольностями и лидерскими якостями. Они нам помогут глубже вникать в проблемы молодежные, слышать, может быть, более внимательно наших молодых людей. Ну а потом, это же ведь молодые люди наши, это прогресс, это цивилизация. Ведь все новое, это же приходит у нас, кто первым схватывает любое новшество. Это наша молодежь. У кампании по отбору кандидатов приняли удел 183 человеки в возрасте от 14 до 31 года. У вынику у склад молодежного совета увайшли 26 удельников, по одним от кожного района и 5 из областного центра. Серед их навученцы, студенты и працовная молодь, якая представляет сферы промысловости, аховы здоровья, адукации, спорту и культуры, а так само силовые структуры. Первым обранным старшиней молодежного совета стала Галина Друсь, педагог-организатор средней школы номер 1 Гомеля. Девчина находится у кадровом резерве Гомельского облвыканкама. Молодежи намного проще общаться со своими сверстниками. Людям куда проще высказывать свое мнение кому-то, кого они считают наравне, кому-то, кому они относятся так, как равному. И поскольку у нас есть эти преимущества, и у всего молодежного совета нашей области есть силы показать не только себя, но и показать самых лучших людей нашей области и вынести на рассмотрение самые лучшие идеи. Наместником старшини стал Дмитрий Стагначов, главный специалист Жлобинского райвыканкама. При совете так само сформировали 5 постоянных комиссий, которые будут регулировать профориентацию молоди, спорт и здоровый лад життя, громадско-патриотичную адукацию и профилактику правопорушений, организацию вольного часу и культурно-массовых мероприемств, экологию, волонтерство и связи с громадскостью. Сегодня молодые люди только познакомились, а на наступном посяджении повинны будут унести корректировки и пропановы у проект плана работы на 2020 год. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.